В Екатерининском зале Кремля подвели итог главного соревнования российских педагогов. Лучшего учителя страны в этом году выбирали из 5 претендентов. И выбор оказался неожиданным. Вот конверт, он запечатан. Он после компьютера. Я его вез вчера возле сердца. И он заклеен. Это те результаты, которые получились в результате голосования членов большой жюри. Я вскрываю конверт и оглашаю абсолютного победителя конкурса. Значит, оказалось 2 бюллетеня. Главные награды больших хрустальных пеликанов Владимир Путин вручил Вите Кириченко, который преподает русский язык и литературу в Москве, а также Александру Димахину, учителю мировой художественной культуры Сергиево-Посадской гимназии. Президент рассказал, что в сфере образования государство будет вести политику, опираясь на диалог с учителями.